В Шлиссельбурге после капитального ремонта открыли здание отделения полиции. Постройка 1934 года, в прошлом детский дом. Сегодня в идеальном состоянии. Новая кровля, пластиковые окна, качественная внешняя и внутренняя отделка. На перепланировку, реставрацию и благоустройство прилегающей территории потратили свыше 17 миллионов рублей. За этот год, за прошлый год и вот начало этого года мы очень много помещений отремонтировали в Ленинградской области. Это основная приоритетная задача была. Более 80% практически все УМВД, ИВС УМВД построены либо с нуля, либо капитально отремонтированы. Задачу, которую мы ставим перед собой на будущее, это перейти уже непосредственно к отделениям. Что мы и сделали. Вот первое отделение. Почти 7 лет сотрудники 112-го отделения полиции располагались только на первом этаже. Состояние второго было удручающим. Рабочая площадь после ремонта увеличилась до 1000 квадратных метров. Здание оснащено системами видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Сегодня, говорят руководители управления, главное поддерживать инфраструктуру в порядке и в созданных условиях улучшать показатели работы. Есть некоторые вопросы по деятельности отделения, в том числе в первую очередь сотрудников, по раскрываемости преступлений, сколько раскрыто, количество совершенных преступлений. И если в отделении, которое находится в АМГИ, более 50% раскрываемость, то здесь менее 50%, чуть-чуть не дотягивает 40%. И, конечно, никого не может устраивать такое положение дел. Если не хватает кадров, методики, либо необходимо личный состав обучить, мы будем обучать. Стоит отметить, что Новый год начался для сотрудников правоохранительных органов региона спокойно. За праздники произошло незначительное количество происшествий. Это наглядный показатель работы отделений полиции.